В Красноярске стартовал проект «Фабрика народных инициатив». Его уникальность в том, что жители нашего города могут сами определить, какие мероприятия они хотят провести в своем дворе. Поступившие предложения и заявки разберет специальная комиссия, а лучшие из них вынесут на голосование. Любой желающий сможет выбрать лучший, на его взгляд, проект, а победителям администрация города окажет поддержку. Рейтинг будет составлен для каждого района. Сейчас есть заявки на проведение мастер-классов, патриотических квестов, утренних зарядок, юбилея двора и даже чемпионата по скоростному сбору скилл-карт. С июня по октябрь планируется реализовать более 100 инициатив граждан. Этот проект, он действительно отличается. Он не предусматривает там благоустроительных работ, выполнение там каких-то ремонтных работ во дворах, а направлен исключительно на создание атмосферы, знакомства, какого-то такого праздничного созидания жителями.